И в завершение об очередной премьере на свое ТВ. Сразу после выпуска новостей покажем первую серию нового сезона уже полюбившегося березняковцам проекта «Свое родное». «Свое родное соседи» – это цикл уникальных программ о национальностях, проживающих в Пермском крае. Мы познакомим вас с татарами, русскими, удмуртами, коми-пермяками и марийцами. Расскажем о национальной кухне, современном быте и традициях. Мы научим вас, как правильно отдыхать на нашей маленькой, скромной, но хорошей, уютной земле. Люди думают, как будто пчеловод этот мед где-то с ручья черпает. И до самой смерти тюбетейка не снималась с головы ни днем, ни ночью. Мои коллеги отправились на юг Пермского края, в село Уинское, в гости к татарам. Первая серия будет посвящена национальным традициям и обычаям. Как татары появились на Уинской земле? Почему село называют медовой столицей Прикамья? И правда ли, что национальный костюм защищал от злых духов? Обо всем подробнее смотрите сегодня в 19:30, сразу после выпуска наших новостей.